Привет-привет, с вами канал Ковидаки. Сегодня мы с вами открываем вот такую вот длинную посылочку с AliExpress. Судя по названию, вы уже поняли, что мы с вами будем открывать и смотреть. Это прикольные зонты, последняя мода, так сказать, которые складываются не так, как обычный зонт, да? И также стоят самостоятельно, не падают, да, и при закрывании зонт сверху остается сухим. Так, посылочку я открываю на полу, потому что реально очень такая длинная посылка, да. Кстати, нам же надо будет проверить его, как он стоит, как работает система, да. Приехал зонт, я могу сказать, очень быстро упакован. Он, видите, классно в таком каком-то, на этом, таком, я не знаю, как сказать, какой-то такой наполнитель, не наполнитель, типа клеенка такая, смотрите, классная. Упаковка вообще бомбезная. Так, открываем. Пока я открываю его полностью, предлагаю посмотреть, какие расцветки у продавца еще есть. Возможно, вам тоже понравится и вы себе закажете. Я открываю дальше, а вы пока просмотрите фотографии. Основная упаковка снята, осталась вот эта прозрачная, да, вот уже даже видно, что зонт красного цвета, и вот его ручка такая прикольная. Ну, давайте ж еще с этой стороны откроем эту всю упаковочку. Боже, запаковали реально серьезно, настолько, что ого-го. Опа, вот мы уже с вами добираемся к такому зонту. В продаже много кто продает их, но скажу честно, по такой цене, как я заказывала из Китая, у нас на Украине я не видела. Везде цена дороже примерно на 100-150 гривен. Но тоже, с одной стороны, это немного. Так, ну, в принципе, тоже очень приятно сэкономить 100-150 гривен и получить зонт буквально за 2 недели после отправки. Опа. Так. Вынимаем теперь вот здесь зонтик. Посмотрите, какой он классный. Так, тут еще какие-то дырочки узорчатые идут. Так, вот эта ручка. Так, я же не знаю, как он и шел. Он заказывала, кстати, забыла сказать, не себе. Так, теперь ставим зонт. А как он должен стоять? А он падает. Так, подождите. О. Все. Ага. Понятно, когда зонт идет закрученный, так он не стоит. Это как я поняла. Да, вот когда я сняла вот эту застежечку, зонт встал. Если зонт свернуть, так, вот так, и поставить, так зонт не стоит. Видите, какой фокус получается. Теперь мы открываем, ставим, и зонт стоит. Да, вот такой вот зонтик.
Получается так, сейчас я штатив немножко настрою. Так, отодвинусь вот так. Так. И попробуем открывать его. А как же он открывается? Вот кнопочка есть. Двигаем вперед. Смотрите, смотрите, как он. Опа! Выгинаются спицы. Так. И зонт теперь получается вот такой вот. На, сейчас проведу обзор. Так. Смотрите, с этой стороны он черный. Внешне красивый. Да, внешний красивый зонтик. Так, тут вот немножко ниточки выглядывают, но ничего, там можно подрезать. Так, спицы идут. Снизу получается вот так вот. Вот здесь дырочки, это идет узор у нас. И зонтик двойной, вот, хопа, двойная ткань идет, очень так интересный, да, внутри он красный, с такой вот ручечкой, так, а сверху черный, стандартный классический цвет зонта. Теперь давайте мы его сложим. Да, попробуем сложить. Так, сейчас мой штатив. Так. Как же он складывается? А складывается он... Нажимаем на кнопочку и спускаем зонт вниз, и просто выворачиваются спицы, получается. И таким образом он складывается. Заходите в транспорт. Например, ставите, сверху зонт у вас сухой, а все мокрое, получается, остается внутри. Внутри остается, так, штатив ставим вот так вот. Собрали, поставили, и зонтик стоит. В принципе, прикольная такая модель. Я надеюсь, маме моей понравится. Она его очень ждала. Завтра уже приедет забирать свой зонтик. Ну, в принципе, что могу сказать? Эти узорчики дырчатые. Не знаю, насколько они будут практичны, так сказать. Хотя они ни к чему не дотрагиваются, но тем не менее... Вот такой вот узор получается, да. Вот ручка с кнопочкой. Ручка идет такая, вроде бы, как прорезиненная. Так. А стоит зонтик, получается, на верхушке вот этой вот, да, когда открывается зонт. Это идет верхушка зонта. И она как-то так сделанная, что зонтик, получается, стоит, когда вот в сложенном виде. Да, ну, вот так, в принципе, зонтик приехал целый, хороший, надеюсь, практичный, да, вот тут. Ой, разделяются эти два слоя ткани. Так, ой, зонтик падает, потому что на ручке стоит. Да, вот два слоя ткани идет. Все видно. Так, какие тут спицы даже можно просмотреть, да? В принципе, должно быть по качеству хороший зонтик. Надеюсь, мама останется довольной и не пожалеет о том, что... Сэкономила немножко по деньгам и заказала я ей из Китая. Так, предлагаю еще раз открыть зонтик.
Опа. И полюбоваться на него еще раз. Так, сейчас штатив ставлю, потому что он что-то капризничает. Так. Еще раз продемонстрирую. Снимаете внизу липучечку, да? Нажимаете на кнопочку и поднимаете наверх. И спицы, видите, они выгинаются в другую сторону. Сейчас, опа, и все. И зонт зафиксировался. Ну, в принципе, классный такой зонтик. Такая ручка. Ну все, моя мама будет самая модная. Прикольно, классический зонтик. Ну, вот так вот выглядит зонт. Я надеюсь, что вам понравился зонт, понравился обзор. В описании под видео обязательно оставлю ссылочку на продавца. Да, если вам будет интересно приобрести такой классный зонтик по супер цене с быстрой доставкой, да, то я, конечно, с вами делюсь ссылочкой на продавца. Если будет желание, буду очень благодарна на вашу подписку на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, буду очень благодарна. Всем говорю спасибо еще раз. Пока-пока, до новых встреч!